это, ну, короче говоря, слышишь? Илья, у меня со скайпом тоже как-то... Ты в смысле, я... Что творится, короче, а? Ого. Что творится? У меня только 1-0, у остальных всех плюса. А нихрена. А что, ты же плюса наоборот? Наоборот. Порт, сам нужен. Он эту гору четырех этого. Четырех звездного выиграет. У меня сейчас гонщиков, у которых Тур де Франс влюб не могло наказаться. Ни хрена, какие случились. Весело. Глюки, короче говоря, это все из-за Ильи, короче. Игра поломалась. А, всем, тоже... всем удачи, да. А, всем удачи. Всем удачи и успехов, да. Успехов. Послушайте, всем удачи. Нормально тут все? Так интересно просто. Насчет призов. Ну ладно, можешь не говорить, интересно. А вот чего? У меня просто тоже более-менее. Не понял, я делал, короче, чего мне сейчас без графики? Ты не понял, кто у меня просто здесь. Прошлый тур у меня с графика был, короче, только что швейцарец. Деревья со всех стен. Надо было протолок всех зайти спать. Не, ну это редкий случай, когда прессов на воду. Ты просто радуешься, что они на туре, Франции? Шумаки за майкой поедет. Мне надо будет каким-нибудь образом передать это. Потому что смотри, Илья, у меня со скайпом тоже сегодня когда пришлось заново установить. Не понял. Ну тебе, в принципе, можно пока сейчас спокойно скачать этот этап. По-быстрому. Ну как бы через это. Через как там. Через это, через игру скачать, пока перекинуть. Пока начал, тем более. Там, в принципе, 3 минуты делов максимум. Не, просто у меня со скайпом сейчас беда, у меня такая же фигня сегодня. Скайп только запускался. В смысле, вообще понятно. Такое ощущение, что просто криво обновился как-то, короче. У меня тоже какое обновление вышло, но это, слава богу, после того, как я все перекачал уже, вот сейчас вот я зашел в скайп заново, и у меня это... Сегодня было, и скайп перестал, короче, работать после. Сегодня. Потом заходил, короче, через этот самый, через вот скайп, через Pro, короче, ничего не получалось. И я его просто снял, нафиг установился. Это ничего не поменялось, потому что сейчас нормально все. Ну, просто у меня, видимо, обновление криво стало. Я просто сидел, короче, как бы он сначала пропал, сейчас скайп, из того не сего. Я такой думал, ну даже можно с нашим скайпа заново перезапущу, хотя там
никакой реакции нет. Комп перезапускал, скайп включил, ничего не было. Что я тебе советую? Скриптонался. Пароль от скайпа помнишь? Ну, скайп сейчас уже перестанавливаю, уже все грузится. Его даже в процессах нет, скайп. Его скайпа? Угу. Ну, ты заново переустанавливаешь, что не включается? В смысле, даже не заходит, да. Вот из сайта переустановите скайп. А я тут удалить для начала. Что-то мне беда тоже. Ты можешь пинг через Дискорд отправить. Скайп мне
Вообще смотри. Не загружайся, удали его нафиг. Установи заново с нуля. Я сегодня так делал. Так вот обновление загрузилось на Skype, короче говоря, оно криво загрузилось. Наверное, не у всех нормально. Я такая у меня была Skype. Если того не всего, конечно, не считался никак. Что заново? Данные твои там сохраняются. Если ты боролся, помнишь, нет. Тут эпично работает. А лаки потом этап сам с экспорт сделай этап. Чтобы потом посмотреть, что ли? Да. Ага. Боты какие-то ебанутые, блин. Ну Тур де Франс же, хули. Ну тут все, блядь, супер команды. А ты не бот. Ну в смысле, все на легком уж? Что мне ж не нравилось, дали, мы же не спартаксис, не утром гонял. Кому-то и проще, но мне, допустим, сложно было, потому что на как-то знаешь, механику не упал. У нас же дело между собой гоняться не стало. Как у нас? Потому что на живущих пятах мир мы ж не с компом гоняем. Тоже. Я там все до пару гонок, по-моему, проехал. Но думал, что можно с ними гоняться. С насранцами. С лягушатниками. И макаронниками. Мне кажется, мы догоняем группу полосатых футбольных. Ну, что, хорошая игра, так вот едут гонщики, ты пошел чай, попил, приходишь, не дальше едут. Конечно, под пивком у меня лучше получается играть, но все-таки без пивка. Как заспучились порой.
Нет, деревья есть, это просто гонка в степи. Ром, а ты мне можешь сейчас потом это в Дискорде скинуть? Ну как, а файл прикрепляешь и скидываешь? Там вот Трэвис случайно не тот самый жука? Тот самый. Так он-то и может и уехать. Или нет? Куда он не уедет? То я помню, как жужжаровец в них едет. Первым, конечно, догонять. Конечно, интересно. Фрум подъехал. Вон наварчик опекает. Фрум, это опасно. Особенно в спринте, блин. Обычные. Хотя бы в топ-5 заехать портом. Вот если ты у него спросил, какие у вас... Вот если бы ты спросил у него, какие у вас ожидания от этой ипотеки, он бы тогда тебе рассказал бы, вот, то ли подберет, какие у вас ожидания. Все, у меня ожидания какие-то. Я хотел, чтобы... Хотел, чтобы он выиграл все в мире, да? Чтобы я кто-то победил, не были в топ-3, хотя бы заехал. А он может. Ну или Молема. Ну, к примеру, у него Кристоф есть Буани. Вот он сейчас может там запросто взять. Может, а вот Яска тоже у меня надежды из Уроглич тоже. Я бы выделил соперник. Пастен Демар. Тоже сейчас может бороться. Как и Гавирия. Который почему-то здесь числится капитаном. Гавирия, он на этом этапе, он, понятное дело, будет капитаном. Потому что Фрум он вообще должен быть. Так скажем. Гран-капитан, он будет тут один из главных. Все этапы будут пытаться отыграть. Здесь, понятное дело, Пино, Келдерман. Чтобы выстрелить. Вот, у Тимга, у него хороший бартер, к примеру. Сгонять.
Или тот же Вуд, Вудс. Еще у нас есть сильные боты, такие как Китель. Китель, да. Куда просто? Пьяни. Это тебе не боты на Джиро де Италия. Там были вообще какие-то... Это у меня ожидания будут, то что на брусчатке у меня тоже тут хорошая поддержка, поэтому... Максимум из данного результата и финишировать хотя бы в топ-5, может быть, повезет в топ-3. Может быть, за победу даст побороться. Ро, теперь следующий. Кто у нас? Да, нормально. Чё-то быстро пролетело, я ж, блядь, не заметил. Чё-то вроде было 17, хуях уже 2, блядь. Ладно. Ну ладно.
Не говори. Федерация велоспорта на них быстро были бы наказаны. Так, все. Теперь захожу. А то у них там только федерация Крума и Порта, короче говоря, да. Спорта нет. Ух ты, нет, у меня все равно другой этап. На другой у меня. Там он должен быть 195, да? Может меньше 190. А сколько у тебя? 81. 180. Ага. 181 тоже маловато. 184,9. Этап у меня у вас сейчас горные премии будут? Нет, ну, здесь будет горная одна, да? А у меня пока стаж. Этап. Ну я ж не поеду, бля, Вангардереном или Пацавиво, блядь. Кем ты еще мне предлагаешь ехать, блядь? В прошлом туре постоянно. Гавери, что ли, в спринтерском этапе ехать? Сейчас сколько у вас? Сейчас 165? 170. Треви только Крок Андерсен, правильно? А, разница еще в несколько. Сейчас я перезайду тогда. А ты чё? Ты вроде же вене. Нет, у меня этап другой. Ну как другой? Ну это самое... Блять, ну пробел нажми там, что у тебя написано. Я... А, Шербург, Октевиль. О, у нас Мулерон Сен-Жермен. И Ларош Сульюси. Пари Сен-Жермен, ПСЖ. Да, да. Че приезжай, да? Че, говоришь, какая команда? Я, блин, знал, мы скупили всех нормальных футболистов во Франции и все эти руки. Чемпионат Франции не интересен из-за этого. Если, короче, футбольная там или что, да, там пристаешь на ПСЖ, денежку срываешь. Они сейчас всех обыгрывают там. Танцы. Сильно толстые у них. Блин, ну у меня у двух гонщиков минус даже на один танц есть. Это неприятно.
Так, сейчас я. Вот у вас сейчас будет Мулерон Сен-Жермен, Ларош-Сюрьон, да? Да. О, сейчас у меня этот этап. Слава яйцам. А какого хрена Роглич, блядь, на автомате куда-то ебанул, блядь, хуй знает куда, блядь? Чё за хуйня, блядь? Они чё творят, блядь, вообще? Я чё-то охренел аж, блядь. А у тебя Роглич на прошлом этом саунд, на прошлом этапе даже не в пилотоне приехал, а когда стал немножко. Тут бывает, да, они на автомате такие чудеса иногда. Особенно в горах, короче, раздыхают раньше, чем надо. Меня выкинул из игры. Я здесь, в принципе. Крэш у меня. Конечно, у вас игра. Не игру, а и так. Может, игра у меня нормально. Игру перезагрузить долго придется. А может connection problem какие-то? Чуть не могу к мультиплееру подключиться. Сейчас подключаюсь сейчас. А, сейчас да. Опять гружусь. Этап наш, который должен быть. Мяш-мяш? Ага. Мяш-мяш. Generation Springs. О, все, нормально пошло. Кто остался у вас? Спринтерскую проехали премию? Нет, еще горку проехали. Четвертого уровня. Наконец-то, поздравьте меня. О, вот теперь другое дело. Это когда мы у тебя партбилет будем отбирать, вот тогда мы тебя будем поздравлять. Какой билет? Потому что дома стартовал.
Яска тут раздает во все. Раздает во все. А тут-то нахрена плюс 3? Ты мне скажи, кроссфик. Сейчас плюс там 3 ночи. Когда этап, да? О. А такое, да, такое больше всего песня, когда профиль не подгонщик, когда у гонщика плюс 3 или плюс 4. Спишь, где можешь просто не делать, да? Ром, кто следующий на очереди? Вечером. О, точно. Раздавай, что ли? Инстыд. Галка, я материться тебя буду. Режим. Контент сделаем 21 плюс. Он потом запикает. Просто контент сделаем 23 плюс, чтобы YouTube пропустил 23 плюс. Короче, еще раз всем привет. Мы рады всех видеть у нас на нашем чемпионате. Следующий участник нашего вью этапа. Это у нас Винсент. Винсент, мы, во-первых, мы рады тебя приветствовать. Вернулся после стольких лет отсутствия. Во-первых, расскажи, как тебе наши впечатления от данного чемпионата? Пока только привыкаю, пока я даже вот толком-то спринтерский вот этот, блин, и я был не готов просто. Вроде так поезд построил, но что-то так быстро закончилось. Неожиданно как-то было. Недоволен я. Я понял тебя, услышал. Еще такой вопрос. Вин, скажи нам, пожалуйста, что ты ожидаешь от следующего этапа, от данного этапа? Кого бы выделил? Цент. Че я ожидаю? Ожидаю победы. Геморре. Отличный вариант. А кого бы выделил бы из соперников? Вот, например, как вам прошлая победа была Сэма Беннета? Ибо High Road у нас. Как он вам расписал данную ситуацию? Ну, такие вопросы меня ставят в тупик, потому что я, кроме своих, никого не знаю. Знаю только Фрума. Шучу, конечно. Нет, ну, на самом деле, я не такой знаток велоспорта, как вы. Ну, я, скажем так, я вообще сейчас пока, знаешь, просто присматриваюсь. После тех времен, когда я гонял, еще там что-то следил за велогонками, то есть сейчас мне просто не до велогонок было. Как бы я вообще... У меня в памяти стоит только Квитковский и Чеванель, когда я еще на один там в горах там уезжал в этот, в отрыв. Квитковский тоже едет. А? Другой момент я помню, Винсент, я другой момент помню, а именно, когда ты еще ехал, Кевиндиш у тебя был. Ну это был последний, по-моему, предыдущий был, мы даже, по-моему, ехали на восьмом, что ли, мы ездили, на каком? Одиннадцатый, или какой-то, да, тоже ездили. Не, в начале, по-моему, на восьмом было. Вот я помню, что я как Чеванелем по горам там уходил в отрыв. А потом, да, был Кевиндиш, по-моему, Сквит. Я вот сейчас точно не помню. Ну, тогда как-то это, специфика игры по-другому была. Тут вот, я что-то пока строил поезд, елки-палки, они уже ехали до финиша. И главное, никто не устал. Что-то да, для, меня, это, знать, для меня это была новость. Сейчас.
В целом, да, в целом у нас. Для вас получается картина. Как я понимаю, то, что вы ожидаете только в положительных эмоциях данного чемпионата, а данного тура. Только идти вперед. Глупо бы было. Ну почему? Я, например, так бы сказал, что я ничего хорошего не ожидаю. Я жду брусчатку. Мне не были на брусчатку. Мне интересно. Аня, хотя не, нехорош, не соврал. По-моему, отличный интервью получилось. А пойдет. И последним вопрос, который я хотел бы вас спросить. Что вы пожелаете нынешним участникам данного Тур де Франс? Занять места достойные. Со второго и далее, да? Со второго и далее. Занять достойные места. Вот так вот я хотел сказать. Личные пожелания. Любое достойное место. Огромное уважение, что вы вернулись. Поэтому. Да вам спасибо, что я рад, что это самое, что я к вам вернулся. Всем удачи в Тур де Франс. Пусть победит сильнейший. Это точно. То есть Фрум, да? Че? То есть Фрум, да? Фрум. Ты же говоришь, пусть победит сильнейший, но Фрум, наверное. Хорошо, пусть победит сильнейший, только не Фрум. О, вот это хорошо, да. Пусть победит какой-нибудь Сири. Нибали победит, я думаю. По-любому он. Кто? Это, сука, точно он. Ну, бывает такой, не ебали, вот. Да, ну я понял, ты заикаешься, да, с буквой Е проблемы, да, с буквой И. Бывает, да. Ну вот, не ебали и бухани, короче, видишь, два друга. Не были он вообще, а бухани он вообще не были защищать, хотя он может запросто спринт убрать. Бухани. Ну, смотря на сколько он трезв будет ехать или пьян. Ёб вашу мать, ты... Да, это они помчали. Блять, я вообще не понял, как он, какого хрена он отвалился, сука, блять. Яскот, знакомые темы, нет? Отваливаться? Да. Да, было такое, сейчас с этим получше стал. Я все на твой сервер грешил. Просто неопытный сказалось, вот тогда я сказал. Да. Ага, сейчас. Понимаешь, я был тогда неопытен и недостаточно подал. Падал? Да. Недостаточно подлости во мне было и коварства. Падлости. Да. Я ж помню те моменты, когда твой гонщик этот Ланда или кто там, не помню, мне на колесо постоянно садился, из-под меня постоянно на финише выезжал. Так бесило, ты чё вообще? Ну или кто там тебя бесил жестко. Еду, к тебе, потом устаю, он как настоящий уезжает. Это в прошлом сезоне такое было. Он только сказал про победу. Когда ты за Зазбей ездил. Чего? Только Рома сказал победу для ДМ отрыв. Сразу же догнали отрыв. Рома панику развел. Томил душу.
О. Так, я чё Гавидит проиграл прошлый этап? Тут вообще зажали. Да блять, чё, сука, блять, с этим интерфейсом ебать. Пизду, блять, не нахуй. Это, блядь, не мое, ебал я в рот этот спринт, нахуй. Сука, блядь, меня интерфейс этот бесит, блядь. Не могу, нахуй. Упс. Иногда поезд не лучший, блядь, вариант решения, нахуй. Блядь, у меня еще Uber Nash 6, вот это вообще интересно. Кристоф просто зажатнул, я рванул им поздновато. У него здоровье еще оставалось, но надо было, короче, свободное место выезжать. Кто? Винс, а че Бенут-то так понял? А где Беннет? А, блядь, там же, где я в том, на том этапе, точно. Винколь хоть третий, отлично. Нормально, кстати, вообще, если честно, блядь. Учитывая там, ну, Бернальд шестой, вот это вообще интересно. Как дальше только вот, то есть как бы сил не потерял. Сколько? Тоже минус один. А или ноль у него было? Запускаю игру, пишет, игра уже запущена, Steam. Перезагрузить Steam, наверное, надо было. В 3 часа он будет. О, все, загрузилась игра. Все, борт нахуй всех вылетел. Я просто тут код один тестирую. Банковский? Нет.
Идет, и мы подождем. Лично. Я что-то не понял, блядь. А чё я сейчас только что Илью обогнал, блядь? Да ёб твою мать, блядь! Ра-та-та-та! Бывает такая хуйня.
Интересно было, да, Гога? Пиздец, нахуй. Ну, реально интересно было смотреть. Пиздец, вообще. Вот это вообще. Я скажу, очень хорош. Не, блядь, мне интерфейс категорически не нравится, пизду, блядь. Чё-то, блядь, хуйня какая-то, нахуй. Надо, блядь, перепутать время с усилием. Ёбаный рот, блядь. Торва. Это, кстати, для первого времени часто бывает, если честно. Вот прямо честно-честно говорю. Пизду. Такая хуйня. Нахуй, я все гонки дальше еду на автомате, пиздец. Да. Была не да не нормально все. На самом деле бывает такое. У меня до сих пор бывает, блядь. Чего уж. Ну он же успел зайти, да? Блин, я не знаю, может он что-то с 18 игры перекидывал, из-за этого что-то не так было. Хуй знает, у всех все нормально, я уверен, что некоторые даже вообще ничего не перекидывали, блядь. Скорее всего.